ничего страшного. Зачем? А? Зачем она здесь стоит? Подъехать хочет, встать здесь можно ей? Нет. Здесь нет проходов. Ну дурак, реально. Конченый. Просто. Ты меня слышишь? Сюда нельзя, я говорю, ехать. Дурачила. Не едь сюда. Сюда, да, парка? PM in rage. Шляпу, ты дебил. Спасибо, Таш. А in rage это, блядь, кто сейчас сяк? PM in rage. О, комедийно на 2 часа обзор вышел. Пиздец. Представься. Здравствуйте, меня зовут Станислав Коряков, я из города Алматы. А, из Казахстана, челик, понял. В шляпе, нахуй. Не едь сюда, долбой. А, твит Хавана нет, что там, расскажи. В шляпе. Не едь сюда, говорю, тут нельзя. Что-то странно. Тут вопрос такой, подожди, социальный, типа, если бы тебя обозвали прямо в лицо, что ты долбоеб, ты ударил бы человека? Эго не хуйня. Нет? А что бы ты сказал ему? Сказал бы, я не... Из-за слов я не вообще не это... Не трогаешь, да? А если бы толкнул, тебе сказал, ты долбоеб, а ну, что бы ты сделал? Бы сделал. Подрал весь бы, да? Ты бы его вырубил, наверное. Да, с одним ударом. С одного удара? Да. Как я прям, реально красава. У меня удар жесткий, крепкий, убиваю сразу. А что так, типа? Ну все пацаны знают. Да не, просто социальный опрос. Ну я хочу так сказать человеку, типа, ты, ну думаю, типа, что они будут делать. Да, пока что, да, знаешь, присматриваюсь. Ну красава, давай, давай. Слушай, не скажешь в метро здесь как пройти? Не, если бы вас толкнули, долбоебом назвали, что вы бы сделали, блядь? Вот поверни, вот сразу это там площадь революции. Блядь, отца тупорылая, я тебе ебало разобью нахуй сейчас. Блядь, просто ужас. Ты меня слышишь, алло? Она потерялась, я не могу ее найти, тупорылая. Алло. Это за углом, да? Это где аптека? Вот туда. Шмара, блядь. Вот бабы, да, тупые, реально. Алло, ты меня слышишь, Вика? Как вас зовут? Саша. Саша, вот мне сказал. А, ты же не знаешь Сашу, ёб твою мать. Саша. Что ж происходит? А? Я говорю, за углом метро. Ой, а как она поймет? Она, короче, возле Красной площади, где-то там, да? Да, прямо. Угу. Мы просто... Скучно, да вообще хуйня, в общем. Темная какая-то залупа. Хотим вас посмотреть здесь, все, она привыкла только коров доить в селе своем. Алло. Короче, иди по прямой, да, вот здесь будет мороженое продавать дорогое. Знаешь, поскольку? Короче, дорогое по-любому, да? Саша, наверное, сама не употребляет. Да нет, это здесь подруга. Все, давай. Все, пока, Саш. Пока, пока. Пока, Саш? Пока. Кстати, дреды классные. Это спасибо. Настоящие? Да. Они похожи на, знаешь, как у нас в селе у коров такие же, ну, волосы, когда они в грязи все. Реально. Ну, я обычно еще какие-то, да? А? Б. Вот. Да, Саша, да, ты поняла меня? Видишь, как мы чувствуем? Да я могу это кинуть Вику. Можем мороженое покушать. Хочешь? Нет, нет, спасибо. Могу купить тем. У нас в селе такое же, только такое ванильное, ну, галимое, знаешь, такое, накидали. Ну смотри, Саш, удачи тебе, хорошей работы, смотри, не левач только, я все вижу. Пацаны, сейчас подъедет Порше Каены. Аккуратно, да ладно? Если хоть одну царапину там, если что, голову сразу сплеть. Да, ну, парни, мы тогда не возьмем. Просто аккуратненько, там ребята серьезные, будут стрелять, как бы. Зачем вам под пули лезть, реально? Мы тогда машину в таких случаях не берем, ребят. Каенчик подъедет? Да, давай, хорошо. Ребята сразу в лесок увезут, если что-нибудь будет с тачкой. Давайте. Ну, ребят, мы в таких условиях машину не берем. Имейте совесть, конечно, вы же работаете здесь. Ситуация может произойти любая. Ну, вы должны все предугадать. Машиночка подъедет, смотрите. Ситуация может произойти любая. Гроб можете сразу себе заказывать. Не, ребят, мы... С досками, да, вот это. Ну, серьезные... Ребят, вы что, нам угрожаете? Серьезные люди, это не я угрожаю, понимаете? Я работаю на человека, который вас купит этот сум за 2 секунды. Видел, что Бабченко жив оказался? А кто такой Бабченко? А я не знаю, кто это такой. Знакомое лицо, ну, бля, я не припомню, где я его мог видеть. Да я и хуй с ним, чё они, бля, молодые. Они сейчас... Ну, они серьёзно. Журналист? А, может, с Донбасса, да, что-то там, нет? Челика убили пару дней назад, репортера оказалось, что это инсценировка. А, нихуя. Лучше вам, наверное, уже уйти просто. Он сейчас подъедет, может сбить вас, ему ничего не будет. Тем она уже едет. Аккуратно, да. Под пули лучше не лезть. Давайте.
Слушай, ты машины паркуешь? Да. Сейчас подъедет сюда Porsche, 911. Смотри, аккуратно с ним, перепаркуешь тогда ее за... перепарковать другие ребята. Нет, ты, в смысле, ты же ее руками вот это паркуешь. Но. Смотри, аккуратно, если туда куда-то не скажешь, он врежется, он выйдет, потом вообще кипиш поднимет. Так а тебе куда ее надо? Ребята серьезные, сразу говорю, очень аккуратно маши руками, потому что если даже на сантиметр... Куда ее припарковать? Перепарковать надо будет ее вот там, вот, да, вот возле вот этих галимых тачек, вот эти вот дешевые по 5 миллионов, да. По 5 миллионов дешевые. Стоят. Сейчас поедет Поршики 911. Смотри аккуратно. Жестикулируй плавно. Смотри, резких движений никаких. Ребята серьезные, сразу выходят в коленные чашечки, простреливают. Смотри аккуратнее. Ничего им не будет за это, даже не думай. Смотри, береги себя, лучше уйди отсюда, чтобы не это самое. Жизнь свою, да, вот эту вот. Не испортить. Что, он уже едет. Давай, аккуратно, парень. Руками, да. Держись. Лучше вообще стой вот так смирно. Типа ты не работаешь сегодня. Потому что серьезные дела можно... Тип неприятный? Да, он такой. Закурулейся так, что ее поднимать. Найдут в лесу потом, да. Давай. Ставки на спорт! Ну, это в буклете... Так, ладно. Еще половину будет качаться, я уже видосиков насмотрелся. Ребят, РЛ сегодня все. Сейчас пойдем в Fortnite поиграем и через... Где-то меньше, чем через час будем фильм смотреть. Пока тележку...